Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Lockweb Games, и мы начинаем прохождение растений против зомби, или как в английской версии она называется Plant of Zombie. У нас было прохождение на канале, но я его не добил и что-то бросил на полпути, вот. И вот теперь я хочу прям сесть прям и доталу пройти, чтобы на канале было прохождение создать свою собственную зомби, и было прохождение этой замечательной игры. Все, ребят, все, сбросил, в принципе, все. Ничего не доступно пока. Начинаем с вами. Уже возник. Попгейм представляет. Растение против зомби. Эх, ребята, ностальгия. Это ваш дом, Лайкок. Хорошо. Так, еще солнышко нужно. Надо было сюда посадить. Ух ты, они даже по-русски говорят. Зомби пришли. Оу, а русская-то озвучка у нас, прикольно. Маски. Так, давай, солнышко. Правда, размер-то у нас не сильно, в принципе. Какой у нас? 1280? На 1080, да, стоит? Или какой-то, это я уже забыл, кстати, какой. Я знаю, что у меня вот, допустим, в обесе экран, вот, только с черной полосой, а на записи, наверное, будет еще и снизу полосы, я так думаю, да? Но, есть, добыли мы с вами. Это что у нас? Это подсолнух, который производит солнышки. Дает дополнительные сердца. Замечательно, это ваш дом, Лайков, хорошо. Так, а когда у нас безумный Стив появится? Замечательно. Солнышки очень важные растения. Да, мы знаем, это знаем. Так. Чем больше у вас подсолнуха, тем быстрее вы сможете сажать растения. Так. Зомби пришли, говорит он. Кто? Кто следующий? Откуда солнышко ждать? Замечательно. Сейчас покажу мозги, откуда, куда, куда. Ну давай здесь посадим. В принципе, это первый уровень, у нас такие обучающие идут. Я, короче, ребят, узнал, что в игре всего 60 уровней. Вот. Нужно как-то разделить по 5 уровней на ролик, типа, или как-то так. Или по 10 ролик. Это... Так, это у нас какой же? Третий идет уровень, да? У меня сборные цыганского края, знаете, разбросаны. Мозги. Куда? А, ну все, по идее. Ага, и вишенка, которая взрывается. Вот такая двойная братская вишенка. Взрывает всех зомби вокруг себя. Замечательно, так, нам еще дали. Нет, но у нас три было. Ага, смотрите. Теперь с конусами пошли зомби. С конусами они более уже бронированные, эти зомби. Так, солнышко. Нам нужно солнышко, больше солнышка. Уже зомби. Вот, о май гад, о май гарбл.
Зомби-то, смотрите, уже идут. Так, давайте, солнышко. Солнышко мое, вставай. Так, 25. Мне еще 3 солнышка нужны, ребят. Так, раз. Давайте еще 2 солнышка. Так, раз, два, три. 3 клетки, короче, он бросает, да? Я понял. Эх, дети, а ты еще так близко подошел? Ух. Ух! А уж. А, нет, кстати, не 3. Начинает сразу, в принципе, их замечать. Я почему-то подумал, что 3. Так, все, теперь хватит у нас, в принципе. Угу. Смотрите, идет бронированный. Два гороха стрелы справятся, надеюсь, с ним. Мозги. Я тебе дам, кстати, 3 надо. Понятно. Так, так. А, ну все, уже можно, уже не сажать. В принципе. Вот сюда, кстати, горохострела. У нас одно. Он же горохострел называется, как? Это горохострел, да. Подсолнух и недостающая чего-чем? Вишенка-бомба. Ага. А ну давайте сейчас вишенку-бомбу и активируем. Сейчас мы тебе активируем вишенка-бомба. Приближается большая волна. Давайте вот тоже возьмем, на всякий случай. Так, сейчас они появятся. Какая большая. Ого, это картошка, кстати, у нас. Не знаю, на орех похоже, но он как-то картошка пишется. Блокирует зомби и защищает ваши растения. Стена орех. Ага, орех все-таки не картошка. Почему не с картошкой? А, он наоборот, на картошку наоборот похож, чем на орех. Вот, вот, все, теперь у нас 5 линий доступно. Замечательно. Так, давай, жалко тут перематывать немножко, нельзя быстрее время, чтобы было этот... Давайте так, хоп-хоп-хоп, перемотал быстренько. И чтоб перескочить. Это зомби, говори. Мозги. Так, 2 солнышка будет у нас. Раз и второй, да. Мозги. Я тебе сейчас покажу мозги. Получай. Зомби. Так, отлично. Ну давай. Не дают нам засадить наши подсолнухи. Так. Не сюда надо, чтобы эстетически было. Смотрите, как эстетически. Так, так, так. Больше подсолнухов, больше горохострелов, больше солнца дают они нам. Так, замечательно. Это у меня всегда такая тактика была, такая, знаете, в два ряда сажать горохострелой, и потом уже... Что, 2 ряда, они прям дают нормально тебе такой бустик в виде солнышек. Так, только успевай только и собирать солнышки. Так, давай, давай. Перезарядка даже, видите, не успевает опомниться. Как мы быстро сажаем.
наши горох и стрелы. Ты что не умираешь, хулиган? Я тебе сейчас покажу, мыски! Угу. Кстати, как горох, этот орех у нас долго перезаряжается. Смотрите. А ничего страшного, мы три штуки посадим. Будет тройной, короче, у нас. Вот так. Обезопасим себя. Где больше всего зомби у нас? Ну, замечательно. Лопата. И теперь мы можем выкапывать наши растения. Если ошибились, каким-то растением не туда посадили. Ага. А у нас что, мини игра? Да, привет, сосед. Меня зовут Безумный Дэйв. Но ты можешь меня звать просто Дэйв. Слушай, у меня есть сюрприз для тебя. Но сначала тебе надо очистить лужайку. Используй лопату, чтобы выкопать эти растения. Начинай копать. Ну давай, раз, два, три. Ку-ку! А вот и сюрприз. Мы идем на боулинг. Вот, возьми этот стена-орех. Рык волосатый так. Почему я дал тебе стена-орех? Потому что я безумный! Давай, выиграй боулинг. Ну, давай. Забегай. Ой, блин, нет, я знаю тут. В чем сюрприз? Надо ждать, короче, когда они побольше сейчас будут. Обожаю вот такие мини-игры, блин. Вот растения против зомби. Разбавляет, знаете, такую некую скуку. Во, почти заполнилось. Давайте еще один дождемся за битком. Отлично. Посмотрите, как хорошо. Блин, тут музыка просто шикарная, реальная ностальгия. О. Стена ореха. Замечательно. Мимо пролетел. Просто если я сейчас все эти орехи выпущу, и так мне придется ждать, пока. Пока линия дойдет. Ну давайте. Где эти хулиганы? Хулиганы! Мозги. Какие мозги? Я ничего не знаю. Ну и последний давайте. Стенарий. Отлично. Вот это, кстати, одна из самых главных в игре. Такая помощница наша. Это что это у нас? Это картофельная мина. Ага, смотрите. Взрывайте при контакте на
Но на зарядку требуется время, да. Это, кстати, очень эффективное оружие. Вот эти, кстати, перепрыгивают. В первое время можно вообще вот этой обойтись миной, потому что она и 25 стоит солнышек. То есть, хопа, и все. Правда, перезарядка долгая у них. Ну, в принципе, нормально. Можно вот так сделать и не беспокоиться о первом зомби. Это учитесь, тактика лайкова, ребят. Можно, в принципе, и вторую зомби, даже второго зомби также завалить. И второй зомби пойдет. А, он сюда же, кстати, идет, второй зомби. Хм, интересно. Так, ну чё, нам забить все лишь... Осталось ничего. Это два подсолнуха, и у нас как раз есть на два подсолнуха. Ну, понеслась. Перезарядка. Перезарядка. Так, так, так. Я вижу. Так, можно куда-нибудь сразу ее залепить. Замечательно. Ага. А вот это, кстати, перепрыгивает. Давайте вот тебе картошечкой. Спортсмен-зомби, знаете, такой у нас. Что, вдвоем справитесь? Это что есть? Знаете, какие мы молодцы с вами. Дай давай сюда, в принципе, картошку. Так, куда? Сюда? Знаете, какие мы молодцы, ребят. Все. Мы защитили себя. Куда? Ну, давайте сюда, в принципе. Куда тебе, товарищ? Так, вдвоем интересно? Ага. И, кстати, мы получили с вами заморачивание. Что тут написано? Бум. Это блум или бум? Бум, дум, сыт. Так, морозный горох стреляет ледяным горохом, повреждая и замедляя врагов. Отлично. Так, реально, тут перемотки не хватает очень сильно. Особенно в начале, когда ничего не происходит. Начинает, знаете, так. Эх. Зомби. Зомби пришли, ребята. Команда зомби. Какой горох острел, ты что?
второй там же, кстати, идет. Смотрите, интересно как. Блин, он интересно успеет? Нет! Да, блин, что я сделал? Вот сейчас я глупо сделал немножко. Сейчас запылился, кстати, я. Мозги. Ой, фейл произошел. Ну все, теперь он сможет замораживать, да. Ну вот реально, сейчас я со второй миной сейчас лоханулся еще как. Так, ну и последний, давайте. Все, ребят, понеслась. Кстати, и кто-то мне говорил, что у них пониженный урон у вот этих у горохов, стрел морозных. Не помню, то ли братья мне говорили, что у них пониженный урон. Нет смысла ставить две штуки, допустим. У нас, кстати, две волны, заметьте. Мозги. Блин, три, ну ладно. Куда? Мозги. Мозги. Забиваем, ребят. Мозги. Да, ну сюда давай. Кстати, можно было сюда поставить. Ты что ешь? Это моя мина была! Так, ладно, будем использовать стрелялку, когда уже финал, в финале будет сейчас атака.
куда? Так, сюда все ставим. Ставим. Все, ладно, мать, уже не нужны нам. Отлично. Это у нас что? Перец? Или что это? Это живон. Правда, я не знаю, что это за растение. Ребят, напишите. Похоже на перец вроде бы? Или на редиску? Еще может смахивать. Пожирает зомби целиком. Но уязвим во время жевания. Ну да, мы это знаем. Живон. Опа, появился, кстати, ребят, смотрите-ка. Появился... Так, хотя... Не стоит, не стоит. А, не стоит. Замедляет. Ладно, ну так, поехали. Появился с ведром. Это вообще, типа, очень-очень сильно бронированный чувачок. Ну, не против него как-то раз и живун пойдет. Зомби пришли. Тут одна, кстати, волна. Это даже хорошо, наверное. $150 он стоит, да? Кстати, дешевле даже стоит, чем замороженный горохострел. Ну, горохострел, конечно, замороженный дает эффект. Он морозит и сильно замедляет их. Кстати, классно. Видите, как этот, кстати, мина полезна. Когда у вас две мины, это потом можно, в принципе, использовать растение, которое клонирует у вас еще уже имеющие растения. Ну, можно две мины сразу сделать. Вы представляете, две мины. До чего технологии дошли. Ладно, хотел этот мину поставить, но не буду. А вот сюда минку можно, в принципе, запихнуть. Не знаю, успеет она дорасти до того момента, как он подойдет к ней. Угу, успел, кстати. Опа, кстати, сюда живона надо было. А, у нас, кстати, живун, смотрите, быстро перезаряжается, как офигеть, какая скорость. Ну, вот видите, в этот момент, когда он жует, он у нас уязвим. Посадим живуна сюда. Эти живуна лучше два ряда сажать. Вот, допустим, вот так, наверное. Блин, надо было сюда посадить. А здесь еще... Мозги. Мозги, говоришь? Так, вот сюда, допустим. Усадим. Все? Так быстро? С
кстати, мощное оружие вот это. Двойной горохстрел. Скорострел. Ага, стреляет двумя горошками за раз. Ну, давайте. Так, 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 так. Давайте, в принципе, наверное, на этом и сейчас с вами закончу после этого уровня, ребят. А завтра уже продолжим нашу ностальгию по ходячим зомби. Кстати, можно было, не знаю, как-то сотрудничать было с ходячим зомби, и можно было, типа, сделать, чтобы растения бились против, ну, или, типа, ну, как-то, не знаю, соединить, типа, две эти вселенные, и там коллаборацию сделать, знаете, такую веселую. И растения, ходячие мертвецы против зомби. Типа, это было бы классно. Пошли они, правда, в мобильную сторону, что я прям не сильно так и рад. А что, ну что, мобильную, компьютерная была бы куда интереснее реально. Если бы они сделали, в принципе. Но не так уж и интересно на телефоне, на планшете, знаете, залипать долго. А на компьютере что? Красота, благодать. Правда, тот же эмулятор можно скачать, но это такое уже не те растения против зомби, к которым мы привыкли. Тут, кстати, две волны, смотрите-ка. Мозги. Так, что ты сделаешь мне приятное? Угу, все, можно сажать. Сразу по две выпускает. Красавчик. Заменяет, так сказать. Сразу два гороха стрела. Мозги. Мозги. Я тебе дам сейчас мозги. Он интересный, выгодней. Или не выгодней. Обычно горох стрела. Но с такой скоростью же. Это горох стрел у нас лишний, да, походу? А, ну там он перепрыгнет. Замечательно. Так, и живунов ставим. И живунами. Посмотрим, куда его запихать. В принципе, сюда можно. Этот, он говорит так. Мозги, кого-то и ребенок какой-то.
Это сюда вот так запихаем. Кстати, да, вот это плохо, что я перепил, нет. Нет, ты куда перепрыгнул? Эй, сюн такой. Вот так. Ой-ой-ой, солнышко, сколько много. Аж не успеваю я, все. Это надо убрать для эстетики. Какая-то записка, ребят, упала. Что это за записка? Здравствуйте, мы собираемся напасть на ваш дом. Искренне ваши зомби. Ребята, с вами был Лайко. Подписывайтесь, кто не подписан. Прожимайте лайки, пишите ваши комментарии. И завтра, кстати, там было написано... Нифига себе. Ну, мы этим уже займемся завтра, ребят. Давайте. Еще раз всем спасибо, счастья, здоровья, не болейте, не чихайте, всем пока.